украсили подпорную стену вблизи детской музыкальной школы номер 1. Третий мастер-класс в рамках фестиваля «Авача Стрит Арт» прошел в Петропавловске. Его участниками стали юные гости из Светлодарска Донецкой Народной Республики, которые прилетели в составе делегации на 5-й слет от Донецка до Камчатки. Наставниками на мастер-классе выступили местные уличные художники Сергей Ивлев и Артем Маковский. Под их чутким руководством ребята изобразили свое видение музыки с помощью баллончиков с разноцветной краской. В этом году мы ввели новую форму взаимодействия между жителями, гостями нашего края и художниками, которые у нас участвуют в фестивале. И думаем, что эта традиция у нас продолжится. И в следующем году мы тоже планируем провести мастер-классы с участием детей, молодежи и всех желающих, кто хотел бы научиться рисовать. Как рассказала сопровождающая ребят из Светлодарска педагог Алла Середа, такое мероприятие стало для детей совершенно новым. Они никогда не принимали участие в подобных акциях. Участвуют с азартом, с большим воодушевлением. Они также готовы вложить свой вклад, частицу своей души, свой опыт, знания эстетические в эту красоту, которую они творят сейчас. Нравится процессом. Как бы такого никогда не делали. Так что интересно. У меня такое впервые, я держу такие вот банки, впервые это все делаю. Теперь я знаю, как это все действует, что есть капы определенные. Вот. Художник Сергей Ивлев, в свою очередь, отметил, что стильность картины очевидна, ведь каждый ребенок индивидуален, каждый по-своему накладывает и сочетает цвета. Объяснили небольшую базу, в частности, показали, как работает аэрозольной краской, отличие кэпов, насадок получается. Ну и предоставили творческую возможность порисовать на стене, скажем так, прочувствовать все вот это вот дело на себе. Ввиду того, что рядом находится музыкальная школа, мудрствовать лукаво не стали. За образец взяли слово «музыка», нарисовали импровизированный нотный стан, ноты. А остальное предоставили для детей, как они видят, чувствуют цвета. Обалденно. Фестиваль «Авача Стрит Арт» проводится в Петропавловске с 2020 года. В этом году уже появились 8 новых картин в разных районах города, еще 3 в процессе. С учетом рисунков этого года художники уже изобразили на строениях и торцах зданий города 86 муралов. Часть из них посвящена знаменательному событию – 170-летию героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.